Работа учреждений культуры, инвестиции, а также санитарная уборка – эти темы стали основными на очередном аппаратном совещании в администрации города. Заслушал доклады и Павел Берсенев. Началось аппаратное совещание с обсуждения главной новости последних месяцев – выборов депутатов Государственной Думы России. Первым слово взял Виталий Бахметьев, который поделился своими впечатлениями об избирательной кампании и поблагодарил присутствующих за поддержку. Вы думаете, что, меня избрали? Нет, это нас избрали. Если мы хотим что-то изменить, а мы должны к этому стремиться, мы понимаем сегодня, что доверие партии «Единая Россия» – это 343 мандата, это вообще-то небывалое. Такого количества еще не было. Спасибо Виталию Викторовичу. Хотел бы пожелать успехов на новом поприще, но и не забывать ту родную заводскую проходную в виде города Магнитогорска. Еще раз спасибо, потому что пришли, проголосовали. Постараюсь оправдать ваше доверие и оправдать доверие всех жителей города Магнитогорска. Спасибо. Затем с докладом о работе управления культуры выступил его начальник Александр Логинов. Сегодня в Магнитогорске в этой сфере работают 1345 человек. Средняя зарплата составляет около 23 500 рублей. Примечательно, что театры, музеи, библиотеки в нашем городе остаются очень востребованы, а количество детей, которые посещают различные школы искусств, растет. Сейчас их свыше 3 500. Я вот хотел бы сказать сегодня отдельно слова благодарности коллективу управления культурой, которые вот кроме денег, самое главное, да, вкладывают свою душу, вкладывают свою силу и энергию. И вот профессионально они занимаются с детьми. Далее тему инвестиций поднял Леонид Колесников, начальник отдела инвестиционных проектов и внешнеэкономической деятельности. Как и ранее, самые крупные программы реализуются на Магнитогорском металлургическом комбинате. Это реконструкция сероулавливающей установки, обновление доменной печи и ряд других масштабных проектов. Однако в городе объем инвестиций значительно снижается по сравнению с предыдущими годами. Например, строить жилья стали меньше. Причина проста – снижение спроса. Сергей Бердников подчеркнул, что в непростое время в Магнитогорске необходимо поддерживать малый бизнес. Мы должны увидеть, что сегодня человеку создать бизнес реально, причем реально, за вполне короткий себе срок. Вот такое давайте задание для себя возьмем, сделаем программу, и ее мы должны уже в этом году реализовать. О нарушениях правил благоустройства рассказала начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля Марина Зинурова. Увы, самым чистым городом Магнитогорск пока не назовешь, и порой в этом виноваты сами горожане. Факты говорят сами за себя. Были проведены мероприятия по ликвидации 3 несанкционированных свалок, расположенных в районе поселка Приуральский, садов Лакомка и в районе некоммерческого товарищества Воскресенская. На левобережную свалку в результате акции вывезено более 50 тонн отходов, и в настоящий момент из 47 несанкционированных свалок, включенных в реестр, ликвидировано 17. Последним докладчиком стал Максим Безгодов, директор дорожного специализированного учреждения. Он рассказал, что на этой неделе в городе начали отключать фонтаны. Также завершаются работы по отсыпке поселковых дорог скальным грунтом. На дороге теперь будут класть только снятый ранее в ходе ремонта в городе асфальт. Павел Берсенев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.